премьерный показ сериала «Девочки не сдаются» состоялся из 20 серий 14 мая. Режиссерами сериала выступили Артем Насыбуллин и Сергей Краснов. Сценарий к проекту написали Татьяна Арцеулова и Никита Гущенко. Главные роли в сериале сыграли такие актеры, как Любовь Толкалина, Мария Валешна, Анна Якунина, Виктория Кобленко, Агния Кузнецова, Алексей Макаров, Кирилл Сафонов, Данила Дунаев, Андрей Чернышов. Производством сериала занималась кинокомпания «Русская» по заказу телеканала СТС. Судя по высоким рейтингам первого сезона, сериал «Девочки не сдаются» обязательно получит продолжение на второй сезон. Премьера новых серий может состояться уже в 2019 году. По этому поводу ждем официальных заявлений от создателей. А вы, чтобы быть в курсе, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за внимание. Пока.